Собака не только друг человека, но и верный его союзник. Наглядно демонстрирует работу в связке друг с другом кинологическая пара Юлии и Рыси. Немецкая овчарка служит в органах почти 5 лет. За это время ни разу не подводила своего наставника. Ее профиль – поиск наркотических и других запрещенных веществ. У нее обозначение, она над запахом зависает, вот морду указывает. И просто стоит. Где? Где? Все, нашел. В рамках дня открытых дверей в УМВД выпускникам химкинских школ продемонстрировали не только работу кинологической службы. Будущим абитуриентам рассказали и наглядно показали, как осуществляют свою деятельность полицейские криминалисты. На место преступления специалисты выезжают вот с этим тревожным чемоданчиком. В нем есть все необходимое, чтобы провести дактилоскопическую экспертизу и обнаружить следы происшествия. Для того, чтобы что-то изъять, даже вот такого предмета, эксперты используют дактилоскопическую пленку. Бывает светлая, темная. Помимо этого, школьникам продемонстрировали видеоролик о Московском университете Министерства внутренних дел России и рассказали, какие экзамены и нормативы необходимо сдавать для поступления в высшее учебное заведение. Да, действительно, интерес есть. Мы видим и спрашиваем, и находятся желающие, которые хотят в дальнейшем связать свою жизнь со службой в органах внутренних дел. И это очень хорошо, потому что мы хотим расширять наш личный состав и, конечно, очень рады будем видеть здесь на службе молодых сотрудников. Поэтому мы всяческим образом им помогаем, готовим их к поступлению в учебные заведения системы МВД. Дни открытых дверей в УМВД городского округа проводят регулярно. По словам сотрудников управления, такие встречи дают хороший результат. Многие из присутствующих раз и навсегда решают связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.